Друзья, снова привет! Я в Новосибирске. И во время прохождения нашего курса с мастерами, с новичками, мы видим наших клиентов. У Дины перманентный макияж бровей чуть меньше года. И хочется спросить у Дины, как дела? У меня теперь есть всегда форма. Я не трачу много времени на макияж. Дольше проще, спишь? Да, дольше есть спишь, такое? Лучше выглядишь. А замечают ли окружающие, что у вас татуаж? Если честно, даже моя мама не заметила. Она сказала, что-то изменилось в твоей форме бровей. Я говорю, я сделала перманентный макияж. Она такая, правда? У вас очень необычная, красивая такая внешность. И мне нравится, что ваши брови, они никак не холодят, там не отдают какими-то неблагополучными цветами. То есть все очень гармонично. Так что Юля, наш мастер Сереж в студии, молодец, что все это сделала. И уже год вот такая у нас Дина красивая ходит. Было больно ли вам, страшно, когда вы делали? Мне было не больно и не страшно, то есть легкая рука мастера и все в порядке. Я вообще рекомендую абсолютно всем, особенно девочкам со светлыми бровями, с тонкими бровями, это прям, must have. Классно, спасибо вам большое за доверие.